Всем привет! Вы на канале Рецепты Просто. В этом видео приготовлю салат без риса и яиц, которые часто встречаются в салатах. А именно приготовлю салат с ананасом и курицей. Это может быть не что-то сверхъестественное, но именно в этом сочетании салат с ананасом получается просто бомбическим. Если видео понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии и делитесь с друзьями вкусной и полезной информацией. Всем приятного аппетита!